никого нету. Пойду тогда в корпус. Попытаюсь вернуть лэптоп. Мне получается сегодня понедельник, мне до пятницы его надо вернуть. Так как у меня потом каждый день экзамен и куча всего делать, так я решила в понедельник прийти. Не могу понять, что здесь что-то полили. Да. Прикиньте, тут сгорела машина. Вот от шин. А вот эти машины, они, короче, видите, с камерами наверху, проверяют, заплачено ли за парковку. Я помню, что мне вернуть надо его до пятницы, ну, включительной пятницы. Но вот прям время какое, неужели они не работают? Написано, что доступ в кампус ограничен. Но это entrance. То есть заходить можно, но ограничить. Я не имею safe app никакой. Сказали, что это слишком поздно. Что сейчас 5 часов, ёлки-палки. Сейчас с этим компьютером обратно переться. Типа сейчас 5, а надо было до 3, лучше всего к часу. Еще и вернуть нельзя этот компьютер. Мне очень интересная история. Фух, вернула я ноутбук со второй попытки. Уже вторник. Вчера, получается, уже все разошлись. Еще 5 не было, как уже разошлись. Работа не бей лежащего. Хочу показать, какие огромные здесь парковки. И они полностью пустые. Как под самой Сенекой там есть несколько машин. Вот это тоже была парковка. Она полная вся была. Когда я училась здесь в прошлом году. Когда все учились. А сейчас все пусто. Было вообще такое, что место найти даже на вот этих нельзя было. Так еще парковка стоила, помню, 300 с чем-то долларов в месяц. То есть какие бабулесы здесь загребали. Так что вот так вот. Вот это общага. Там что-то строится, не знаю. Или наверное, Сенековская. Все.